Калинин. Улицы и площади города с самого утра были наполнены праздничным торжеством. В Калининском медицинском институте учатся студенты из 33 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Они приехали в Советский Союз из Танзании и Мадагаскара, из Индии и Колумбии, из Сирии и Ирака, из Того и Камеруна. В этом еще раз проявляется наша интернациональная дружба, наша бескорыстная помощь развивающимся странам. И где бы потом ни были эти юноши и девушки, они навсегда сохранят память о годах, проведенных в стране Советов, первом государстве рабочих и крестьян.